Сегодня к вечеру столицу облетел слух. У здания Ледового дворца обвалилась крыша. На место выехала наша съемочная группа. Как оказалось, крыша у будущего Ледового дворца на месте. Правда, с приличной вмятиной. ЧП, по словам представителя подрядной организации, произошло ночью, так что, судя по всему, обошлось без пострадавших. Несущие конструкции тоже не пострадали. Подвел парапет, который попросту не выдержал снега. Это парапет. Ага. Это вот конструктивная, это красивая отделка полиэтилена. Ага. То есть там, в принципе, при таком объеме снега она не должна была выдержать, получилось. Сейчас будем переделывать. Эффекты такие, ну, бывают везде и часто. То есть, ну, в данном случае это снижение снега. Просто не выдержал вот это маленькое повреждение. Хорошо, что на перестроительство. Хорошо, что перестроительство. Хорошо, что да, без пострадавших. Ледовый дворец обещали достроить к 8 марта. Как повлияет на сроки, ночной инцидент пока непонятно. Кто виноват, покажет проверка. Могло ли нечто подобное случиться во время эксплуатации, ответить никто не берется. Но, судя по всему, некоторые части проекта теперь подвергнут дополнительной экспертизе. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же эту ситуацию прокомментировал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Сергей Безруков. Холдинговой компании «Голицын», генеральный подрядчик объекта, строительства объекта, не были завершены работы по установке элементов снегозадержания в соответствии с проектным решением. Ну, стоит отметить, что работы по строительству объекта еще продолжаются. Эта работа по установке данных элементов велась, она ведется. Ну, к сожалению, не были завершены полностью.